6000 квадратных метров этот корпус. Корпус реконструирован или да? Нет, заново построен. Тут были бараки, бунгало. Как давно вы спортом, футболом занимаетесь? Садиком. 6-7 лет. А где же с садиком можно играть? В садике команда была, что ли? Ну, отбирали. Отбирали? Отбирали. То есть садика отобрали только лучше. Это будет для детей душевые, конференц-залы, номера. Плавные. Плавные. Я занимаюсь просто спортом. Кто у нас в номер приглашает? София, София. Ты живешь на этом этаже. Комната, когда? Лето когда-то кончается. Но надо провести его правильно. Безопасно. С толком, знания какие-то получить. Где здесь английская группа? Есть здесь? Да. Вот. О, да, молодцы. How do you do? Меня зовут Кирилл, я из города Казань. Мне 9,5 лет. Вот я хочу узнать, вы проводите экспедиции на Северный полюс. Что мне сделать, чтобы пойти с вами? Я не провожу экспедиции на Северный полюс, их проводит мой большой друг Матвей Шпаров. Такой есть. Матвей Шпаров. Вот он проводит экспедиции, он всю жизнь ходит на Северный полюс, ну почти с такого возраста, как ты. С 14 лет он стал ходить на Северный полюс. Его водил его папа, который, слава богу, жив-здоров, Дмитрий Игоревич Шпаров. Мы его помним еще, когда он ходил в 70-х годах на полюс. Что сделать, чтобы пойти на полюс? Чтобы пойти на полюс, надо очень захотеть пойти на полюс. Вот и все. Из всех тех, кем я хотел стать в детстве, я тут не реализовался. Хотя, в принципе, если так посмотреть с другой стороны, ну, водолазом как профессию я не брал ее, но тем не менее, когда возможно стало, прошел курсы, продвинутые курсы, погружение даже на смесях, ну, понырял везде, где только можно было. Что касается военного, я 7 лет армии отдал фактически. 2 года в армии, потом 5 лет в военном вузе. То есть все попробовал в жизни.